Программа выходит при поддержке областной клинической больницы Акимата Южно-Казахстанской области. Ваше здоровье – наш престиж. Здравствуйте, я с удовольствием приветствую всех, кто сейчас смотрит программу Медикон, а значит хочет быть здоровым. Сегодня в нашей программе в одной из клиник Алматы начали делать уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга. При этом пациент в полном сознании, даже находясь на операционном столе, разговаривает с хирургами. Единый фармацевтический рынок ЕАЭС должен заработать уже в этом году. Более 40% казахстанцев недовольны качеством медицинских услуг. Общественники опросили больше 600 человек и выяснили, что не устраивает пациентов. Люди жалуются на отсутствие бесплатных лекарств, узких специалистов и дорогие обследования. Новое слово в протезировании Южного Казахстана. Что теперь могут врачи и кому поможет новшество? Американские власти планируют разрешить генетические эксперименты по зачатию детей от трех родителей. И в Казахстане разгораются споры вокруг так называемых бэйби-боксов. Специальные места, где женщины могли бы оставлять своих нежеланных детей, должны были появиться в декабре прошлого года при больницах. Но в Министерстве здравоохранения вдруг отказались от проекта. Почему, узнаем сегодня. В эфире Медикон. Около 5,5 миллиона человек во всем мире каждый год преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха. Об этом говорится в докладе, представленном на собрании Американской ассоциации по продвижению науки. Вдыхание токсичных микрочастиц, которые проявляются в воздухе из-за выбросов электростанций, заводов, транспорта, а также в результате сжигания угля, серьезно повышает риск болезни сердца и рака легких. Согласно исследованию, загрязнение воздуха вызывает больше смертей, чем такие факторы риска, как недостаточное питание, ожирение, употребление наркотиков и другие. Более половины смертей из-за качества воздуха приходится на Китай и Индию. Исследователи, которые сообщили о деталях своей работы на крупнейшем научном фестивале в Вашингтоне, уже призвали Китай и Индию сделать своим приоритетом новейшие технологии, чтобы ограничить выбросы токсичных веществ. По некоторым данным, в Китае около 1,5 миллиона смертей в год связаны с загрязнением воздуха, а в Индии примерно 1,3 миллиона. Новое слово в протезировании, вернее, новое слово в лечении после протезирования. Об этом Ксения Поленица прямо сейчас. Новейшими разработками устранения инфекционных осложнений в ортопедии и травматологии делятся специалисты из Германии. Впервые в Шымкент приехал руководитель клиники травматологии Гессен города Мельбург Рейнхард Шнетлер. Вместе со специалистами областной клинической больницы врачи внедряют новый метод устранения инфекции в эндопротезирование коленного сустава. Мы ставим протезы уже 6 лет. И с нашими протезами могут быть проблемы в будущем. Могут быть. Это и в Германии есть, везде. Это все связано двумя причинами. Либо, значит, кость плохо держит, ранее установленный протез, он немножко отваливается, как зубные протезы. И снова ставим пломбу. Точно такая же история здесь. Его нужно будет заново поставить. Вопрос, как поставить? Что добавить в цемент, антибиотик? Как поставить? Свой поставить или другой протез поставить? Вот с ними будем обсуждать. Для 73-летней Багилы Мырзагожиной операция на коленный сустав стала единственным шансом вернуться к нормальному образу жизни, без костылей и обезболивающих. Несмотря на то, что почти 3 месяца женщина была прикована к кровати, уже через несколько дней после эндопротезирования коленного сустава шымкентскими специалистами пенсионерка не только встает на ноги, но и делает первые шаги. Пошла я в баню и упала там. Обе ноги отказали, коленки. После операции такой адской боли я не чувствовала. Мне сделали обезболивающий. Сегодня-завтра уже постараюсь походить. Новейшая разработка устранения инфекции, ортопедии и травматологии с помощью наполнения временного протеза современными антисептическими препаратами – настоящий прорыв в медицине. Он на 90% избавляет очаг заражения от инфекции. Временный протез устанавливается от 2 до 6 месяцев в случае инфекционных осложнений. Профессор, у него как раз-таки крупная лаборатория в Германии, которая получает самое большое финансирование на научные разработки, связанные с инфекцией,
инфекции в ортопедии и травматологии. Это крупнейший центр, у него 23 научных сотрудника, которые работают в этом направлении более 8 лет. И поэтому большое ему спасибо, что он делится этими знаниями с нами. Да, это все делается абсолютно бесплатно. Новый метод устранения инфекции – бесценный опыт для южно-казахстанских врачей. Ведь только за год в областной клинической больнице оперируют более 250 человек с болезнями тазобедренных и коленных суставов. Большая часть из них – люди пожилого возраста. Программа выходит при поддержке областной клинической больницы Акимата Южно-Казахстанской области. Ваше здоровье – наш престиж. Экстракорпоральное оплодотворение является самым эффективным способом забеременеть при бесплодии. В отделении ЭКО областной клинической больницы проводится лечение всех видов женского и мужского бесплодия. Имеется собственная эмбриологическая лаборатория. Проводятся процедуры ЭКО и ИКСИ. За время работы центра почти два десятка семейных пар обрели долгожданных малышей. Наш адрес: Майлыкожа 4, телефон 53 42 07. Мы продолжаем программу. Американские власти планируют разрешить генетические эксперименты по зачёту детей от трех родителей. Клинические испытания с использованием материала трех человек будут направлены на снижение количества наследственных заболеваний, связанных с дефектами митохондриальной ДНК. Специалисты планируют заменять в эмбрионе мужского пола поврежденные митохондрии на донорский материал от здорового человека. В перспективе это позволит избежать развитию потомства наследственных заболеваний. Таким образом, геном человека будет сформирован не только отцом и матерью, но и материалом от третьего человека, донором митохондрий. Однако, как уверяют врачи, в силу того, что митохондриальная ДНК передается только по материнской линии, гены донора не будут переданы дальнейшему потомству. Получается, что ребенок фактически зачат при участии двух матерей и одного отца. Специалисты полагают, что применять эту технологию следует лишь в исключительных случаях и под надзором государственных служб. Отметим, что ранее проводить подобные опыты разрешил парламент Великобритании. В Казахстане разгораются споры вокруг так называемых бэби-боксов. Специальные места, где женщины могли бы оставлять своих нежеланных детей, должны были появиться в декабре прошлого года при больницах. Но в Министерстве здравоохранения вдруг отказались от проекта. Чиновники заявили, что идея может спровоцировать увеличение количества брошенных младенцев. Бэби-боксы нарушают права ребенка. Так, в Министерстве здравоохранения обосновали отказ от внедрения специальных мест для матерей, которые хотят отказаться от своего чада. В ведомстве отметили, что появление так называемых «окон жизни» идет в противовес как отечественному законодательству, так и международным конвенциям, к которым присоединилась наша страна. Как выяснилось, внедрение системы «Бэби-бокс» будет нарушать Конвенцию о правах ребенка и противоречить статье 60 Кодекса Республики Казахстан о браке и семье. В части «Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей», а также будет способствовать повышению количества подкинутых детей в стране. Бэби-боксы – это оборудованные окна при родильных домах. Своего рода сейф с двумя дверцами. Одно выходит на улицу, другое находится внутри больницы. Как только в нем оказывается младенец, дверь блокируется. Срабатывает сигнализация, медработник забирает ребенка, а матери таким образом гарантируется анонимность. Такие ящики получили особое распространение в Германии, и в конце прошлого года немецкий опыт должны были перенять и в нашей стране. Но чиновники передумали. По мнению общественников, позиция Минздрава – это не больше, чем попытка закрыть глаза на проблему брошенных детей. Мы должны согласиться с тем, что мы проиграли эту битву за моральный облик наших там подростков, молодых граждан, да, этой страны. Они, возможно, не готовы быть матерями. Мы не можем глаза закрыть, там, сказать: да, мы не будем делать эти бэби-боксы, все будет замечательно. А еще лучше, мы не будем писать об этом и не будем говорить об этом, и тогда будет все замечательно. Нет. Однако не стоит забывать и о том, что в Казахстане существует и другая сторона вопроса. И если некоторые женщины готовы любыми способами избавиться от своего чада, то другие могут только мечтать о материнстве. По статистике, 15% супружеских пар имеют проблемы с деторождением. Если говорить о цифрах, то ежегодно около 20 тысяч казахстанцев пополняют армию бесплодных. И эти люди готовы тратить любые деньги, чтобы просто ощутить счастье стать родителями. Во всем мире стоимость ЭКО колеблется от 1000 до 6-7 тысяч долларов. В Казахстане стоимость процедуры ЭКО на сегодняшний день составляет примерно 350 тысяч тенге без
без медикаментов. В Казахстане в прошлом году было проведено 6 тысяч программ экстракорпорального оплодотворения. И частота применения ЭКО, она все время растет. Возвращаясь к теме бэби-боксов, стоит отметить, что актуальность этой проблемы возникла после целого ряда инцидентов, связанных с брошенными детьми. Только с начала этого года было зафиксировано несколько таких случаев. Так, в начале января оставленного матерью младенца нашли в общественном туалете недалеко от Тараза. Через несколько дней новорожденного ребенка выбросили прямо на трассе в Жамбылской области. Аналогичное происшествие было на автодороге Актау-Атырау. Сколько еще детей погибнет по вине нерадивых матерей, неизвестно. Но, по мнению общественников, сегодняшняя позиция Минздрава явно не приведет к улучшению ситуации. Врачи Южного Казахстана бьют тревогу. Небывалое количество детей с ожогами поступает в эти дни в больницы. Кто в этом виноват, пытаются выяснить и медики, и родители. В ожоговом отделении областной детской больницы сегодня 25 маленьких пациентов, еще двое в реанимации в тяжелом состоянии. Большая часть поступивших – дети до 3 лет. Заведующий ожоговым отделением говорит о халатности взрослых. Дети старшие годы, они чаще получают пламя, контактные, другие ожоги. Ну, здесь надо сказать относительно халатность родителей. Сейчас много стало показывать телесериалы, вот турецкие, корейские, другие. Они не уходят. Тщательного ухода нету за детьми. Но в наше время, помните, когда в Советском Союзе у нас такого телевизора нету, все смотрели детьми, а сейчас никто не смотрит фактически. К слову, количество детей с ожогами увеличивается с каждым годом. И если в 2014 году поступило 666 больных, то уже в 2015 – 677. 8 с летальным исходом. Причем поступают дети с ожогами не только в ожоговое отделение, принимают больных и лор-отделение. С Нового года в областной детской больнице поступали дети ожоговыми, термическими ожогами ротоглотки. С прошлого года сравнение гораздо больше количество. В этом году 11 детей, из них один находится в отделении реанимации, интенсивной терапии. Как говорят специалисты, дети поступают не только с термальными ожогами ротоглотки, но и химическими. Малышей привлекают яркие бутылочки с бытовой химией. Уксусные свинцы, марганцовки и бытовая химия, которую посуду моем. У них посуда похожа на детские напитки, как бы, объеме. Дети при этом его тоже употребляют как вместо напитков. Отметим, что в этом году врачи детской больницы скорой медицинской помощи около 15 раз уже вылетали на помощь этим отдаленных регионов области. Медики предупреждают, что последствия от ожогов могут быть самыми плачевными и настоятельно рекомендуют не оставлять своих детей без надлежащего присмотра. В эфире «Медикон». Павлодарские врачи впервые провели трансплантацию органов пациентке-донора. 38-летняя женщина после своей смерти спасла жизни сразу 4 человек. Известно, что у нее случился инсульт, в результате чего наступала смерть мозга. Родственники покойной дали свое согласие на пересадку. Бортом санавиации ценный груз был доставлен в Астану, где его уже ждали тяжелобольные казахстанцы. О том, какие именно органы взяты для донорства, медики не уточняют. Отмечают лишь, что, как и все павлодарцы, они восхищены великодушием родственников. Передать свои органы в случае смерти на спасение чужих жизней в Казахстане соглашаются единицы. Желающий стать донором еще при жизни должен написать заявление. Если он не успел, то за него решение могут принять родные. Уже прооперировали 3 человека, которые переписали органы, которые стояли на очереди, которым, ну, без пересадки уже дальше было бы не жить. Жительница Великобритании Никки Трепак начала кампанию по сбору средств на изучение патологии ее дочери Оливии, которую диагностировали делецию 6-й хромосомы. Особенность девочки заключается в том, что она не чувствует боли, голода и усталости. Оливия не испытывает голода, поэтому когда нужно есть, она не понимает. Чтобы заснуть, ей приходится принимать снотворное, иначе она будет бодрствовать сутки напролет. И она не чувствует боли, рассказала Трепак. После того, как Оливию сбила и протащила несколько метров машина, девочка вскочила и побежала к матери, даже не заметив травм и ссадин, которые получила. Нечувствительность девочки очень беспокоит ее родных, которые не знают, что ожидает ее в будущем и как имеющиеся патологии скажутся на ее дальнейшей жизни. Мы не знаем, что ожидает Оливия в будущем, повлияет ли ее состояние на продолжительность жизни, сможет ли она иметь детей. Вопросов очень много. Сможет ли она жить самостоятельно? Пока мы не знаем. Ее будущее довольно туманно, подчеркивает Никки Трепак. О других новостях казахстанских и мировых вы узнаете из блока «Медновостей». В
Казахстане зарегистрировано 800 случаев свиного гриппа с начала эпидемиологического сезона. Об этом в ответе на официальный запрос агентства «Казинформ» сообщил заместитель председателя Комитета по защите прав Министерства национальной экономики, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин. С начала эпидемиологического сезона с 1 октября 2015 года зарегистрировано более 350 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 911 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, в том числе А, H1N1, свиной грипп, 700 случаев или 87,3%. Основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и составляет 70% от общей заболеваемости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость на уровне прошлого года, пояснил он Казинформу. В августе 2010 года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения объявил о завершении шестой фазы пандемического гриппа, вызванного гриппом AH1N1 пандемический. С этого момента данный вирус гриппа называется AH1N09 и отнесен к одному из видов сезонного гриппа. За два дня в Южно-Казахстанской области от бешенства умерли два человека – 39-летняя женщина и 58-летний мужчина. За помощью в больницу пострадавшие обратились слишком поздно. Врачи оказались бессильны. Как выяснилось, укушенные приняли симптомы бешенства за обычную ОРВИ. В случае с мужчиной его укусила собака друга, причем произошло это еще осенью, а симптомы, похожие на признаки ОРВИ, появились в январе. Кашель, высокая температура, слабость тела, насморк и мышечные боли. К тому моменту, как мужчина понял, что болен не простудой, стало слишком поздно. Первые симптомы могут появиться и на пятый день, и через год. Если у него, у человека определяется вот этот диагноз, поставлен диагноз бешенства, тогда вот никакой лечения нету. Только когда вот человек в тот же момент как повреждается или получает травму от животных, в тот же момент надо делать вакцинацию противобешенства. А если когда вот выявляются первые симптомы болезни бешенства, уже эта вакцина не помогает. В одной из клиник Алматы начали делать уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга. При этом пациент в полном сознании, даже находясь на операционном столе, разговаривает с хирургами. Суть метода заключается в том, что во время операции пациент, благодаря специальной анестезии, находится в полном сознании, говорит и выполняет команды врачей и не испытывает никакой боли. Головной мозг, объясняют медики, отвечает не только за умственные способности человека. Здесь находится центр управления всего организма. Некоторые части мозга отвечают на жизненно важные функции, например, зрительный центр, например, двигательный центр. Когда опухоль находится в этих центрах, придется делать такие операции, чтобы не повредить эти участки мозга. Разница нашей операции, то есть эвейкранитомии от классической операции, заключается в том, что сразу после окончания и даже во время операции мы можем оценить неврологическое состояние пациента. В поликлиниках Шымкента не бывало ажиотаж. Узнав о том, что здесь раздают бесплатные путевки в санаторий, пациенты ринулись атаковать кабинет участковых врачей. Иногда прося, а порой требуя отдыха и лечения за счет государства. В длинной очереди на получение заветной путевки сегодня даже те, кто ни разу не был на приеме у врача, порой даже не имея медицинской карточки. Все как один с нетерпением ждут своей очереди на получение санаторно-курортного лечения. К счастью, те, кто действительно нуждается в оздоровительном отдыхе, больше. В основном это пенсионеры и люди с разной степенью инвалидности. Небольшая пенсия и пособие не покрывают порой даже самые необходимые расходы, не говоря уже о покупке путевок. Чтобы нам выдавали больным, нашим жителям Шымкента выдавали много мест на отдых для здоровья. Это нам нужно, мы нуждаемся в этом. В Южно-Казахстанской области всего 3 медицинских учреждения могут направить на бесплатное санаторное лечение. Это центральная поликлиника и поликлиники номер 1 и 4. Но и здесь есть свои нюансы. Так, пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей получат путевку в санаторий только от центральной поликлиники. Первая же обеспечит бесплатным отдыхом и лечением пациентов с остеохондрозами, артритами и другими заболеваниями суставов. В 4-й поликлинике направят в санаторий людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Получить путевку смогут инвалиды первой и второй группы, ветераны войны, матери-героини и пенсионеры, которые состоят на учете в местных поликлиниках. При этом вовсе не обязательно состоять на учете в одной из 3 поликлиник. Пациенты, которые болеют с хроническими заболеваниями, которые состоят на учете, эти свои
подходит к своим врачам, к участковым врачам по месту жительства. Оттуда они берут стат-карту. Стат-карту заполняет участковый врач. С этой стат-картой они подходят в поликлинику. Вот, или центральную, или первую, или четвертую поликлинику. Там есть свои прикрепленные поликлиники, к которым они относятся. Оттуда они берут путевку. Путевку приносят к участковому терапевту. Они уже ставят на портал. К слову, бесплатное санаторно-курортное лечение в Южном Казахстане ежегодно получает более 200 человек. Оздоровительную терапию пациенты проходят в санаториях Аксу-Жабаглы, Бургулюксера, Агаша, Манкента и Аксукента. Единый фармацевтический рынок ЕАЭС должен заработать уже в этом году. На первом заседании Совета Евразийской экономической комиссии под председательством казахстанской стороны был принят ряд актов по созданию единого рынка лекарств и медицинских изделий. Это обеспечит условия для повышения безопасности, качества и доступности на рынках стран Евразийской пятерки. Казахстан предложил ускорить работу над проектом нового таможенного кодекса ЕАЭС. Напомним, наша страна председательствует в Высшем Евразийском экономическом совете. Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии в этом году. В 2016 году должен уже задействовать общий рынок лекарственных изделий, медицинских изделий. Здесь по медицинским изделиям мы полностью согласие уже нашли, документ принят. Есть некоторые разногласия по лекарственным средствам, в части по регистрации лекарственных средств. Здесь дано поручение о том, чтобы эти вопросы были уже в ближайшее время решены. Более 40% казахстанцев недовольны качеством медицинских услуг. Общественники опросили более 600 человек и выяснили, что не устраивает пациентов. Люди жалуются на отсутствие бесплатных лекарств, узких специалистов и дорогие обследования. Отсутствие возможности выбора врача, долгое ожидание на прием, недоступность бесплатных лекарств и взимание платы за услуги, которые по закону оказываются бесплатно. Вот главные проблемы сегодняшней отечественной медицины. По словам общественников, зачастую проблемы многих зависят из-за собственного незнания отечественной законодательства в области здравоохранения. Например, в каждом медицинском учреждении есть перечень бесплатных услуг и обследований, поэтому прежде чем заплатить за ту или иную процедуру, следует ознакомиться с этим документом. То же самое касается лекарств, входящих в список гарантированного объема медицинской помощи. Не стоит сразу бежать в аптеку, если вам отказали в выдаче нужного вам препарата. Вместо этого лучше обратиться с жалобой в Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности. И если объективной причины отказа нет, то проблема будет улажена. Казахстанская сборная определилась с дизайнером спортивной формы на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Модели обещают представить в ближайшее время. Игры стартуют уже через полгода, но их судьба вызывает большое сомнение. От участия в Олимпиаде из-за вируса Зика уже отказались спортсмены США и Кении. Из Казахстана туда поедет больше 40 человек. 22 из 27 бразильских регионов уже во власти вируса Зика. Самым защищенным пока остается юг страны. В магазинах и аптеках огромный спрос на средства от комаров, главных переносчиков этой инфекции. Симптомы Зики – повышенная температура, красные глаза, сыпь и боль в суставах. Казахстанским спортсменам и их болельщикам, которые собираются на Олимпиаду, рекомендуется иметь при себе средства защиты от комаров, наносить их каждые 5 часов, выбирать одежду светлых тонов и желательно закрытую. И, конечно же, при первых симптомах обращаться к врачам, ведь вакцина от лихорадки все еще не изобретена. Друзья, к этой минуте у нас все. Мы встретимся ровно через неделю. Я обещаю, что мы вновь поговорим о том, что всех нас делает здоровее. Хоть немного. Не болейте. До новых встреч.